Ну и как это понимать? Вчера купил куклу. Чье это производство? А что там не написано? А вы сюда заглядывали? Извините, не приучен. Вот же написано. Чугуевский авиазавод. А что случилось, что она не говорит «мама»? Говорит, но... Ой, Чугуевский авиазавод. Это ведь был лидер отечественного авиастроения. Какие они самолеты делали, какие самолеты. А сейчас вот куклами занялись. Интересно, что они там на заводе по этому поводу думают. Так в том-то и дело, что она «мама» не говорит, а говорит то, что они там думают. Вот. Послушайте. Вы что, охуели все? Хрена вы! Обалдели, блин! Неплохо, да? Или еще вот это? Мы, значит, эти куклы будем делать, а вы, самолеты американские покупать, сволочи! Или вот это? Думаете, штопанные, совсем нашу науку загнали? Не дождетесь? $40 стоило. Чек остался?